Сколько с меня? 69 центов. А за бензин? Вас там, поди, тоже дождями залило? Там, по-твоему, это где? Ну, судя по номерам, так вы из Далласа. А твое какое дело? Откуда я? Дружок. Да я ж просто спросил. Просто спросил? Ну да, разговор хотел поддержать. Не хотите, как хотите, мне и не шибко надо. Вам еще что-нибудь? Еще что впаришь? Что-нибудь не так? Что же? Ну, что-нибудь. Это ты меня спрашиваешь? А разве что-то не так? Вам что-нибудь еще? Ты уже спрашивал. Ну, ладно, мне пора закрываться. Пора закрываться? Да, сэр. Во сколько закрываешься? Сейчас. Прямо сейчас. Это не ответ. В котором обычно часу? Обычно, когда стемнеет. Сам не понимаешь, что несешь. Сэр? Я сказал, ты сам не понимаешь, что несешь. Когда ты ложишься спать? Что? Оглох, что ли, а? Я спросил, когда ты ложишься спать? Ну, в половине десятого где-то. Да, в половине десятого примерно. Тогда и вернусь. Это зачем? Мы ведь уже закроемся. Ты повторяешься. Ну, ладно, я закрываюсь. Твой дом вон там, за заправкой. Да, точно там. И ты всю жизнь прожил там? Ну, вообще-то, прежде это заправка тестя моего была. Поэтому и женился. Мы в Темпле много лет жили. Дети там, семья. В Темпле жили. Сюда года 4, как переехали. Поэтому и женился. Ну да, если уж настаиваете. Что здесь, собственно, настаивать? Так оно и было. Самый большой проигрыш в «Орел и Решку». Что? Твой самый большой проигрыш в «Орел и Решку». Сразу и не сообразишь. Выбирай. Выбирать? Да. На что играем? Просто выбирай. Ну, нужно договориться сначала, на что играть будем. Тебе надо выбрать. Я не могу за тебя выбирать. Это нечестно. Но я ведь ничего не поставил. Уже поставил. На кону вся твоя жизнь. Ты просто об этом не знал. Какого года эта монета? Не знаю. 58-го. 22 года по свету гуляла. И сейчас попала сюда. У нее лишь орел и решка. Тебе надо только выбрать. Но мне нужно знать, что я выиграю. Все. Как все? Ты можешь выиграть все. Выбирай. Ну, хорошо. Тогда орел. Молодец. Только не в карман. Не мешай с другими монетами свое счастье. Куда же мне ее положить? Только не в карман. Смешавшись с другими, она станет самой обычной монетой. Вот как сейчас.